Наезды на пешеходов составили почти треть от всех ДТП, произошедших в Самаре с начала года. По данным госавтоинспекции, за 4 месяца произошло 147 ДТП с наездами на пешеходов, в которых 5 человек погибли, 144 получили ранения. Число подобных случаев на пешеходных переходах составило 79 ДТП, в результате которых один человек погиб, 80 ранены. Чаще всего пешеходы оказываются под колесами из-за нарушения правил проезда по пешеходным переходам водителями. Ежедневно происходит наезд на пешеходов. Но основными у нас причинами это является пешеходы переходят в неположенном месте. Водители у нас не представляют преимущества. А также еще у нас есть такой вид ДТП, это как проезд перекрестком, запрещающий сигнал светофора, где водители тоже игнорируют, проезжают, а пешеход на свой зеленый идет и попадает под колеса. В ходе рейда водителям рассказали о необходимости при подъезде к пешеходному переходу снизить скорость и быть готовыми к появлению пешеходов. На перекрестках стоит помнить, при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. Антон Захаров, водитель со стажем, особое внимание при вождении уделяет именно пешеходам и старается не нарушать правила ПДД. Надо пропускать пешеходов всегда. Я всегда пропускаю. Соблюдаю ПДД и скоростной режим в городе. А чем чревато, если водитель не пропустит пешехода? Очень много последствий. Во-первых, для людей, кого он собьет. Во-вторых, для него судебный срок. Кому это нужно? Лучше пропустить. У этого водителя стаж вождения более 20 лет, и он считает, что такие рейды ГИБДД дисциплинируют и водителей, и пешеходов. Есть граждане, которые злоупотребляют своим правом на управление транспортным средством. Некоторые лихачат, пешеходов не пропускают, и не только в городе, и, так как говорится, за городом в области. Очень много всяких нарушений, перестроений. Вот зачастую, когда какая-то ситуация происходит спорная, то есть без присутствия сотрудников ГИБДД, трудно нарушителя привлечь к хоть дисциплинарной ответственности. То есть это перестроение, создание аварийной ситуации. Где-то на пешеходных переходах бывает обгоняет одна другую машину, то есть и чуть не совершает наезд на пешеходов. При сотруднике ДПС такие правонарушения, они искореняются бахом в городе. Инспекторы ДПС проводят с водителями профилактические беседы, рассказывают об опасности, которая может подстерегать на проезжей части. В случае, когда разъяснительных бесед становится недостаточно, в ход идут штрафные санкции. За непредоставление преимуществ пешеходам водителю грозит административное нарушение, за которое предусмотрена статья у нас 12.18 КУАП РФ, и привлекут к административной ответственности со штрафом от 1,5 до 2 тысяч. Сотрудники ГИБДД настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения. От этого напрямую зависит их жизнь и здоровье. Рейды по выявлению нарушителей будут продолжены. Елена Чернявская, Петр Паламеев. События.